Hello, honey, how are you doing? Есть вопросы по домашке? Hi there, it's Nastya и моя рубрика Handy Hacks. Для многих учеников учебный год уже закончился. Кто-то сейчас сдаст экзамены и поедет к бабушке в деревню, кто-то в отпуск на море. Что мы обычно внушаем ученикам перед летом? Что на каникулах тоже надо практиковать английский, чтобы его не забыть. Study and practice, use of it. И мы тоже можем использовать лето с пользой для нашего учительского мастерства. Поэтому мы подготовили для вас подборку мероприятий для teachers only, чтобы вы смогли не только занять себя летом, но и научиться чему-нибудь новому и, возможно, даже удивить своих учеников в новом учебном году какими-нибудь интересными фишками. Let's get started! Вы тоже не заметили, как половина месяца пролетела? Но не надо отчаиваться, впереди еще много интересного. Например, для учителей весь июнь идет Trendy English Online Summit. Это серия из 12 вебинаров, объединенная общей темой. В этом году тема саммита Teaching English in Non-English Speaking Countries. Как выводить пассивный словарный запас в активный? Какие 5 проблем мешают вам преодолеть Intermediate Plateau и выйти на уровень Advanced? And what is it? Советуем не пропустить масштабный вебинар Полины Кордик, который состоит из двух частей: Advancing Vocabulary Learning and Teaching, Challenges and Best Practices. А специально для подписчиков нашего канала SkyTeach Полина подготовила скидку на 10% по промокоду SkyTeach916. Working with parents from A to Z with Татьяна Фанштейн. Таня приглашает всех, кто работает с детьми, на свой вебинар, который тоже состоит из двух частей. Речь пойдет о работе с родителями студентов всех возрастов. Всю подробную информацию найдете по ссылке в описании. Наш инфопартнер Марина Кладова проводит онлайн-конференцию Teach Like a Pro. В течение 2 дней крутые спикеры из разных стран будут делиться с вами малоизвестными методиками и полезными лайфхаками о том, как правильно проводить занятия онлайн, как создавать онлайн-курсы и другой диджитал-контент. Preparing your students for a Russian Olympiad with Артем Гулов и Алексей Конобеев. Вы узнаете максимально подробно, как эффективно подготовить ваших учеников к Олимпиаде. И опять же, все детали по ссылочке внизу. SkyTeach, сообщество преподавателей английского языка, проводит онлайн-марафон Teaching Children How to Learn. И это 3 дня реальных практик и кейсов по обучению детей, лайфхаки по психологии обучения детей, общение с экспертами ELT, вдохновение и много инсайтов для ваших уроков. А по промокоду SkyKids специально для наших подписчиков можно получить скидку 30% на сертификат и папку с полезными материалами. Хорошая новость для уральских преподавателей. К вам приедут интереснейшие гости на научно-практическую конференцию «Языковое образование сегодня. Векторы развития». Ссылку на регистрацию вы тоже найдете в описании к видео. По нашим прогнозам, июль будет более спокойным, но не менее интересным. С 15 июля по 12 августа вы сможете сравнить свои знания со знаниями тысяч коллег со всего мира на международной олимпиаде SkyTeach для преподавателей английского языка. У вас есть шанс выиграть крутые подарки от партнеров олимпиады и получить сертификат для профессионального портфолио. В прошлый раз в олимпиаде приняли участие преподаватели из 37 стран. Знаете, где ссылка? Окей. В июле и августе у преподавателей есть возможность отправиться в образовательную поездку в Хорватию от Intersol Worldwide и стать частью международного учительского сообщества. Также весь июль в Lexical Lab London действуют летние курсы для учителей на разнообразную тематику. Вас ждут лекции от Хью Делла и Эндрю Уокли. Это авторы серии учебников Outcomes и адепты лексического подхода, а также других талантливых учителей. В середине августа SkyTeach проведет вебинар «Языковые планы как инструмент обучения» или «Как взять максимум от урока». С 17 по 23 августа Ярославль станет центром ELT активности. А все из-за 3 ивентов, которые проводит школа Дмитрия Никитина. 17 августа – бизнес-форум для руководителей языковых школ и фрилансеров. 18 августа – ELT-конференция «Effective Methods in the Post-Method Era». С 19 по 23 августа – «New Approaches to Teaching General and Business English» with Marjorie Rosenberg. Это один из президентов
iTEFL и автор книг-бестселлеров по обучению английскому языку. С 30 августа по 1 сентября инноватор и инфлюенсер в сфере образования Крис Роллан проведет 3 дня мастер-классов по обучению young learners и подростков. Ссылочка внизу. А у тех, кто не сможет прийти на Криса летом, есть возможность послушать его выступление на Sky Teach Festival 11 октября. На этом не все. Напишите в комментариях, какие мероприятия заинтересовали вас. И, может быть, вы знаете какие-то другие мероприятия, которые мы не упомянули. Пожалуйста, тоже поделитесь ими. Ну и желаю всем продуктивного лета и вдохновения. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и stay tuned. Bye! Let's get started. Кто-то скоро поедет к бабушке в деревню, а кто-то в море на отпуск. Ой, в море на отпуск, в отпуск на море. Мозг это прям супер штука. Picky fucking blinders.